Приветствую на канале Asmodee Play. Мы играем Человек-паук. Поехали! Я создал нейронный интерфейс. И я могу его уничтожить. Нужно посмотреть, что есть в лаборатории. Что у нас есть в лаборатории? А вот сейчас мы и узнаем. Что у нас в лаборатории есть, чего нету. А что могли бы и завести. Так. Блин, я создал оружие, против которого сам охреневаю. Все делается во имя добра, но потом... Пусть стреляют. Внимание, это ваша последняя возможность улучшить снаряжение и способности перед финальным эпизодом. У меня все есть. Навыки. А, костюмы. Ну вот костюмы у меня тут. Ну что, ну вот есть. Датчик окружения показывает на миникарте соседних тайских мест фотосъемки. Это мне не надо. Давай. Я как Питер, да, опять переоделся? Или мне не надо переодеваться? Там же сейчас никого не должно быть. А костюм не тот. Вот, врет, врет. Мне кошечка другой дарила костюм. Я в подарки хожу. Возможно, док. Ну, что ты встал-то? Но мне придется все уничтожить. Своим маленьким творением. А это костюм Человека-паука. Какое изобретение ты там делаешь? У тебя же этот тебе не отдал. Взломщик какой-то там. Ну чё, костюм это мой, да, который был черный, который кошка подарила, что-то нет? Нет, вроде не такой. Что? Кто жужжит? Вот такой детализированный рисунок прямо. Ладно. Как понимаю, у меня финальная схватка будет с ним. Ни высоты не боится, ничего. Стреляйте по нему. В прямом эфире, как мэра Осборна удерживают в заложниках на крыше здания Оскон. Ждешь слезной мольбы? Можешь не ждать. Вот такой детализация дождя. Правду. Раньше, чем отскребет тебя с тротуара. Скажи, мобильничек. Что ты сделал? Нет. Я не... Весь твой мир построен на лжи! Лжи! Зачем поймал? Да, телефон упал. Че, второй есть в запасе, что ли? Украл мою компанию, мои идеи. Скажи. А, нет, другой телефон лежал. Телефон мэра. Правду. Ладно. Давай. Вот правда. Пока ты работал на меня, ты чего-то стоил. Вот правда. Ты не можешь признать, что я лучше тебя! Ты неудачник, Отто! И всегда им будешь! Нет! Дебил спровоцировал сам свою смерть. Ой, таких даже не отпевают. Это же самоубийца. Давай, 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 давай. А чё такой радостный-то? Отдайте мне вакцину. Отто! Вы всю жизнь посвятили помощи людям. Прошу. Ты не с тем вступил в бой. А почему здесь бой? Тебе вакцину, говорят, дай. Но будь по-твоему.
У нас мало времени! Прошу вас! Я отдам вакцину, когда Осборн заплатит за свои преступления! Не! 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 Отдайте подожди! Мне вакцину! Вы уже достаточно навредили Осборну! Нет! Он всегда выходит сухим из воды! Не! Теперь он потеряет все! Бей! Бам! На крыше, да? Только и драться нам. Вижу у тебя новый костюм! Он мне поможет! Почему? Я знаю ваши слабости! У меня нет уязвимостей! Ага, сахар. А кто любит сахар? По ночам жрать. Нету слабостей. У всех они есть. Давай, еще разок. Вот ничего ты, это ты чего? Я даже не знаю, что сделать надо. Да подожди. Не. Люди гибнут! Им срочно нужна вакцина! Я исцелю город после того, как покончу с Осборном! Так. Да подожди ты. Не. Бум. Дайте мне спасти город, и мы сделаем все, что хотите! Я уже знаю, чего хочу! Уйди с дороги, пока я не занялся тобой за правду! Ох ты, за правду! Почему мне приходится тебя долбить постоянно? Я обещаю, Осборн понесет наказание! Где? Ты совсем как Осборн! Но время прет! На! На! Да сколько можно тебя долбить? Опять туда полез? И... Давай-ка тебя собью. Так, ну половину там уже убрали. Так, ты мне паутину сломал, да? Ах ты, говнюк. Как я разочарован, Паркер. Знал. Ты все это время знал. Вы знали? Я пытался тебя предупредить, Питер, но ты не слушал. Вы знали. Я не могу позволить тебе победить. Это слишком важно! Не больше, чем для меня! Да! А паутины у меня нет. Если я от него не оттолкнусь, хана. А, он так же, как и я, да, к стене прилип. Ладно. Это какой-то целый фильм уж получается, а не бой. Вы не видите, сколько людей пострадало! Ты никогда не поймешь! Ты не страдал так, как я! Давай! Ты должен быть на моей стороне! Да, и был!
Подожди. Да я же уклонился. На. Давай. Блин. Давай еще. Сколько тебя можно бить? Прошу, подумай о том, кем ты был. Его больше нет. Ты не можешь спасти меня, Питер. Тогда тебе самому придется спасти себя. Вы были кумиром! Не. Я вами восхищался! Блин. Зачем вы меня вынуждаете? Давай еще немножко осталось-то. Бам. О, у него одна щупальца нету. Может, и вторую сейчас оторву еще. Выглядишь уставшим, парень. Так и ты я тоже. Устал. Мне просто больно. Давай, замки отстегни у него там. На спине. Обязательно вот эти кончики должны светиться, вот эти. Отто! Хватит! Пойми, Паркер, чтобы изменить мир, нужно быть человеком, готовым принимать самые тяжелые решения. С этим трудно не согласиться. Вырвал последнее. Давай, ты тут. Так, надо вакцину поймать. Где бутылек? Шкалик где, я тебя спрашиваю, падла. Вот он, боярышник. Питер, ты был мне как сын. Я должен был знать, что и ты пойдешь против меня. Против? Против? Ты дебил? Я вас боготворил. Да. Ваш разум, ваши принципы, желание помочь людям. Потому что вы не сдавались. Так. Потому что у таких, как мы... Гнило человечишко. Долг, ответственность. Мы должны использовать свои силы во благо. Даже если это не оценят. Мы должны делать как лучше. Для тех, кто слабее нас. Поймут они это или нет. Нет, вы не правы. Я мечтал стать таким, как вы. А вы все уничтожили! Да, конечно, ты прав, Питер. Что, жить захотел? Теперь я понимаю. Нейроинтерфейс повлиял на мой мозг. Я все исправлю. Ничего ты не исправишь. Мы все исправим вместе. Если поможешь. Хренушки тебе. Я сделаю все, что смогу. Нет. Вы получите лучшую помощь. Нет! Если меня посадят, отнимут руки. Я застрял в этом жалком теле. Сам виноват. Прошу, Питер. Это был не я. Ты говорил, что не оставишь меня. Оставлю. Ты обещал. Собрал. Не помню. Амнезия. И, конечно, тебе будет легче, если я сохраню твой секрет.
О, шантаж! Сверни ему шею. Каждый решает, что делать, док. Это все, что мы можем. Питер? Дышать сначала больно. Питер, куда ты уходишь? Питер! Ты с такими железяками-то уж не поднимешься, это точно. Как ты с ними вообще ходил, когда первый раз мне представился? Сколько они весят? А вот и вакцина. Кстати, такая-то первобытная маска. Но нужен весь образец, чтобы сделать больше вакцины. Сколько это займет? Может, часы, а может, день. Делай. Это лучше, чем не делать. Можем ли мы вылечить кого-то сейчас? Тогда не хватит всем остальным. Ну и хрен на всех остальных. Лечи и бабку. Оставлю. М-да. Вы поправитесь, мам. У меня есть вакцина. Сними свою маску. Ну ты же... Хочу увидеть племянника. Ну вот, знала ж и знала. Ты знала? Конечно. Она же не дурочка. Я давно знала. Не хотел тебя волновать. Не вышло. Но я тобой горжусь. И Бен бы гордился. Ты спас столько людей. Я не знаю, что делать. Снять штаны добегать. Нет, знаешь. Подушкой придави ее, чтоб не мучилась. Тогда другим не хватит. Ну давай! Мы никому не скажем. Ничего страшного. Все мы там будем. Не плачь. Печальная история, конечно. Радоваться нечему. Хоть и победил, ну, а концовка, да, грустная. Не думал, что в игре, конечно, такое будет. Пожертвовал собственной тетушкой, последним своим родным человеком, чтобы спасти кучу других. Вот она, вакцина. А вот он, новый Человек-паук, ее раздает. Бен Паркер. Майра Паркер. Мэй. Ну что, сейчас ты будешь говорить, да, утешительные слова? Чё такая тишина-то там? Такое чувство, как будто... Да нет, колонки-то вроде работают. Значит, это в игре. Ничего не говорят. Все одно сожаление только идет. Почему звука нет? Багнулось где-то что-то. А, музыка, наверное, здесь. Я музыку-то убрал. Да, музыку убрал, там музыка была, наверное, какая-нибудь печальственная. А то уж на головке начал грешить. Да, Мэри Джейн Уотсон, младший редактор. По
Поздравляю! Спасибо. Я знал, что ты справишься. А ты как? Работу нашел? Нет, но... Я сейчас подойду. Спасибо. Угу. Честно говоря, я думал, может сменить профессию. Зачем? Не надо. Думаю, почему бы не стать поваром? Ну, повар хорошо, да. Прости. Нет, ты... Вкусно будет. Ты ученый? Хороший? Мой последний проект — чудовищный осьминог, который чуть не уничтожил город. И... Да. То есть... Ты правда готовишь отличный карри? Да, а пельмени пока еще не очень. Идешь в поход? А, моя новая квартира освободится где-то через неделю, так что я на несколько дней зависну у Майлза. О. Знаешь, ты всегда можешь прийти ко мне. Если ты хочешь. Нет, в смысле, да, в смысле... В смысле, нет, я не хочу. Я очень хочу, но... Если ты хочешь. Я всегда этого хотела. Я тоже. Ой, целовашки. Ну что ж, на этом все, игра пройдена. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, какие впечатления у вас от игры, как вы мучились, кто нашел сколько секретов скрытых. Я говорю, там вот один я точно знаю, там в настоящем Нью-Йорке есть статуя быка. Статуя быка, там в основном все орехи ионы трогают и фотографируются. Здесь же статуя собаки, точно в такой же позе. Там еще где-то, да, вроде статуя Мэрилин Монро должна быть. Но это не точно. Ну что ж, пока и увидимся уже в новой игре. Но мне кажется, дело в том, как ты ее спросишь. Я слишком нервничаю. Ладно, куда это поставить? Давай поставим сюда. Ага. Слушай, Пит. Да? Я как бы хотел обсудить с тобой то, о чем не могу сказать маме. Что такое? Ну, странные вещи творятся, ну, с моим телом. Ну, понимаешь, в твоем возрасте тело начинает меняться, и, может, ты заметил, что в некоторых местах... Нет, не это. Думаю, это лучше просто покажу, смотри. Не стой. Необычно, да? Не так уж и необычно. Мы были так близко. Но я не отступлю. Я найду лекарство. Найду. Люблю тебя, сын.